Включай Брандер, иначе нельзя. Йо, друзья, всем вновь привет, с вами Итан, и финальная миссия в этой последовательности, которая называется Брандер, корабль, который предназначен для уничтожения других кораблей, он обычно начнет порохом. Собственно, в предыдущих миссиях мы начинали с того, что собирали для него начинку, и потом решили сами по себе у местного пьянчуги так одолжить его корабль, потому что он все равно постоянно бухал. Вот. И сейчас мы направляемся его защищать. Ух. Пожалуй, я перезапущу. Неудачно у меня выстрел был. В общем, лучше перезапустить от греха подальше. Потому что, мне кажется, это была бы просто трата времени. Зарядил как-то так, по случайке. Я нечаянно, как помните ту серию в Симпсонах. Ну так вот, значит, надо защищать его, а мы его атакуем. И по пути у нас будут две задачи морских, довольно-таки не самых простых, как мне показалось. Первая состоит из уничтожения мортирой кораблей, а вторая уничтожение бочками кораблей. И вот бочками это, конечно, самое такое... неприятная часть. Отлично, накрыли мы тот злополучный кораблик. И этот накроем. Так, давайте, может быть. Yes! Теперь надо только сосредоточиться на вот этих вот маленьких канонерках. Все будет отлично. И главное, нам не врезаться в наш брандер, потому что у меня крайне тяжелый удар с тарана. Просто отлично у нас все получилось. Все. Шикарно. Можно было подсобирать здесь народец. Ну, по возможности мы это сделаем. И хотелось бы отметить такую вещь, что эта миссия будет такая более, ну, фриплейная, что ли. У меня есть парочка идей, как ее разнообразить. Показать вам всю пиратскую жизнь Эдварда. Остался, по-моему, один корабль. Хороший залп нам поможет. Мимо цели! К бою готов! Пли! Защищай Брандер, иначе нельзя! Проклятие! Бумс! Все, готово. Еще парочка канонирок здесь. Сейчас мы их накроем. Ударьте туда! Yes! Разворот. Надо сделать хорошенький такой разворот. Не знаю, сколько здесь еще придется за ним следовать, но надо быть начеку. И опять. Вот заметил, что в последних миссиях для сражений прям выбирают такие места не очень удобные, мягко говоря. Ну все. Отлично. Сейчас на таран пойдет наш брандер. Мы прорвались. Покончим с ними и уйдем с победой. Да, так точно. От Девале. У нас там впереди кто вообще? Белый кит? По правому борту. Тут человек. Думаю, он еще живой. Мы молодцы, правда? И это еще не все. Это шапки Георга! Да они не одни! Фрегат! Салп! Не попали! Воу, как же так? Давайте абордаж сделаем, пока есть возможность. Мне все равно нужны парочку кораблей, типа фрегат, мой флот.
Ячейка одна у меня свободна, а другой у меня буквально недавно затонул. Так, а почему нам не дали абордаж сделать? Заряжаемся. Два корабля у нас здесь. Ну, давайте по-тихому, по-тихому сейчас это сделаем. Там у нас кто? Яростный. А у этого больше металла, по-моему. То есть для нас более выгоднее его взять, потому что металл это в основном на пушке идет. И давайте приступать к абордажу. Так, кто еще следующий у нас тут есть? Непонятно вот мне, конечно, кто стреляет с неба. Все, закончились ядра. Ну, пятерых я снял, это хорошо. Так, кулаки. Из пистолета возьмем. Сейчас. Так, ружье. А что у меня ружье-то делает? Класс. Я вообще не планировал так поступать. Никогда ружье не беру. Иди сюда, щенок. Ты не знаешь, кто здесь самый серьезный противник. Можно, конечно, еще очень круто с этим ружьем заколоть. Прям в прыжке. У нас есть пистолет. Воу! Я нечаянно. Остался капитан. А где капитан? Нам нужно капитана схватить. Лежать. Отлично. Он наш, этот фрегат. Не помню, как он называется, но не суть. Добавим сейчас мы его в наш флот. Ае. Отправим флот Кеннери. Так, ну еще один давайте возьмем оптом. Чтобы все было круто. Хотя мне их надо, конечно, как можно больше, потому что там кристаллы дают в обмен. Ты можешь получить. Кристаллы нужны для торговли, там, для ремонта кораблей. Ну, такие вот вещи делать, экономические. Да, закончились у меня патроны. Так, убить вражеских лазутчиков. Они у нас наверху находятся. Так, ребята, извините. Ладно, громилу убили, самое главное. Можно, в принципе, сейчас и порох поджечь, им тут сделать диверсию маленькую. Под шумок. Давайте еще пока что поубиваем. До 13. И можно заняться лазутчиками. Хотя не знаю, их засчитают как... Так, стоп, мне нужно быть аккуратней. Потому что могут сейчас нас подрезать. Стоп. Бегу я как крыса с корабля, но... Сейчас я вернусь буквально через мгновение, потому что мы же еще находимся внутри задания, по сути. То есть прервать задание и все остальное мне бы не хотелось. Так, ну, наверное, с этого тогда начнем. Здесь можно более-менее запрыгнуть. Давай, 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 Эдвард. Битва не ждет. Лети. Так, а того можно с пистолетом снять. Ох, туда даже некуда нам больше и... Да-да-да, попытайся попасть по мне.
Так, теперь вопрос, как нам туда перебраться. Ну, наверное, возьмем пистолет. Зарядим, да пристрелим эту свинью. Самый простой вариант. И еще один корабль в нашем флоте. Сейчас я и до флота доберусь, покажу вам. Может быть, даже на парочку заданий отправим. Наши кораблики. Ну, флот в плане заработка все-таки самое лучшее, наверное. Потому что можно, как я и говорил раньше, с iPad спокойно его чук зарядить. Периодически проверять. И ну, даже не обязательно заходить в игру. Так, отправляем флот к Энуэ. И сейчас закончим задание. И у нас впереди по планам, по идее, кита бахнуть. Ну, это мы, я думаю, сделаем. Такс. Надо уходить, друзья. Надо уходить. Раз мы так кораблями воспользовались... Ну, можно было, конечно, починить. Но мы сейчас прям... У нас как раз ветер попутный. Нам до точки буквально добраться, и все будет отлично. А здесь у нас китяра. Это белый кит! Это белый кит! Вот так заваруха. Горите, подлецы! И черту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. Ну что, вот мы выполнили воспоминания на 100%. И оставим оценочку, я думаю... Ну, мне хорошее, по крайней мере, впечатление это воспоминание подарило, поэтому... Ставим пятерочку и увидимся в следующей серии.